Новый Duke Farm Racing Simulator уже вышел. Осматриваю видеоролик от начала и до самого конца, чтобы узнать про него поподробнее. И да, где-то под конец видеоролика будет крутецкий конкурс на очень крутой приз, поэтому досматривай. Дружище, у меня скоро 100 тысяч подписчиков, осталось всего лишь 5 тысяч человек, и только ты можешь приблизить меня к моей заветной мечте. Пожалуйста, дружище, прямо сейчас подпишись на канал, ведь до 100 тысяч, как я уже и сказал, осталось 5 тысяч человек. И как ты знаешь по предыдущим видеороликам, что на 100 тысяч я запущу 10-часовый стрим, на котором я сделаю мега раздачу, в которой призы получат абсолютно все, поэтому, дружище, буду безумно благодарен, если ты сейчас подпишешься на канал. Ну что же, дружище, я не буду... Ой, мои подписчики налетели. Ну что же, дружище, я не буду долго тянуть, приятнейшего тебе просмотра. Хочешь себе питомца в Adopt Me, но у тебя нет денег? Тогда быстрее переходи на starpets.gg, ведь для новых пользователей доступен мой промокод VLADAFK8, благодаря которому вы получаете бесплатного питомца. Но поспеши, ведь промокод действует только до 31 августа. Кстати, на сайте StarPets ты всегда сможешь найти пета по самым лучшим ценам. Все сделки проходят только через специальных ботов, поэтому безопасность сайта гарантирована. А пополнение и вывод доступны для жителей всех стран, множество методов в любой валюте. И даже можно выводить робуксами. Переходи на сайт starpets.gg по моей ссылке в закрепленном комментарии и не забудь воспользоваться промокодом. Покупай, продавай, обменивай питомцев только на самом лучшем маркетплейсе по роблоксу StarPets. Ну что же, дружище, вот мы уже и находимся в Farm Racing Simulator, и вчера у нас вышло новенькое обновление. Давай же посмотрим, что у нас такого новенького интересного добавили. Сразу хочу сказать, что на этот раз обновление вышло каким-то слабеньким. Ну, в принципе, ничего страшного. Давайте нажмем прямо сейчас вот сюда вот сверху на вот этот вот свиток, и вот он, апдейт лог. Что нам самого крутого добавили? И самое крутое, это, конечно же, арм трейдинг, друзья. Посмотрите, теперь можно трейдиться вот этими вот руками. Давайте мы, наверное, прямо сейчас это и протестируем. Нажимаем трейд, кидаем трейд абсолютно любому. А, у меня четвертая локация. Мне нужна третья локация. Ну все, друзья, это фиаско. Никому я трейд не смогу кинуть. Мне срочно нужен мой подписчик, у какого четвертая локация. Я надеюсь, дружище, у тебя четвертая локация, и ты прямо сейчас напишешь свою локацию в комментариях. Давай, дружище, я жду четвертого подписчика, точнее, подписчика из четвертой локации. Пожалуйста, приди ко мне сейчас. По итогу я ждал минут 10, никто не пришел. Ну ладно, продолжаем дальше. Кстати, дружище, еще оцени мою новую анимацию. Посмотри, какая она вот такая вот. Оп, оп, так и танцуем. Ну ладно, в принципе, это не важно. Я уже, если честно, трейдился. Я вот только сейчас добрался до четвертой локации. Когда я был на третьей локации, я трейдился. Если что, если я найду вдруг скриншотик в интернете, как будет выглядеть вот эта вот сама трейдинг-менюшка, то вот, смотри, прямо сейчас ты ее видишь у себя на экране, и у нас слева вот такая вот иконка Arms, там, иконка New. Ты нажимаешь на нее, можешь трейдиться руками, а не пэтами. Это очень круто, потому что я действительно хотел сделать раздачу вот таких вот рук. И, дружище, теперь мы сможем это с тобой сделать, да? Короче, я думаю сделать какой-то, можно так сказать, график, расписание, когда я буду делать раздачу. Поэтому, дружище, напиши в комментариях прямо сейчас, какие дни тебе будет больше всего удобнее заходить на мои раздачи. Выходные, либо какие-то будние дни. Определенные дни, пожалуйста, напиши, дружище. Желательно делать один день ролик, один день стрим. Один день ролик, один день стрим. То есть один через один. И напиши, в какие дни тебе будет удобнее всего. Чем больше будет комментарий, то обязательно я буду лайкать ваши комментарии, да? Что же, с чем вообще заключается дюб вот этих вот рук? Кстати, у меня вот этих вот баффлемов их очень много. Да, если что, друзья, дюб вот этих вот рук заключается как раз таки в трейде. Да, то есть да, дружище, заключается у нас дюб вот этих вот трейдах. Как это все нужно нам сейчас сделать? Так, я надеюсь, уже кто-то зашел из моих подписчиков на четвертую локацию. Пожалуйста, я хочу это протестировать. Пожалуйста, подписчики мои, включите трейды. Я знаю, что вы меня знаете. Погодите, я должен срочно их найти. Ладно, не найду. Короче, как вообще дюпнуть вот эту вот руку? Раньше этот способ работал с питомцами, но потом это пофиксили. И как только выходит у нас новенькое обновление в Farm Racing Simulator, так сразу же у нас выходит новый баг и новый дюп на вот эти вот руки. Хорошо, давай не буду долго тянуть. Вообще, как дюпать вот эти руки? Ты просто кидаешь трейд другому игроку. Трейд игрок принимает. И ты ему кидаешь вот эту вот руку. Вот, к примеру, я ему кидаю вот эту руку в трейд. Он принимает, и я принимаю. И в тот момент, когда у нас остается 1 миллисекунда до закрытия трейда, просто оба игрока выходят из игры. Вот так вот, на харистику так нажимают и выходят.
Опа. Заходим обратно в Arm Wrestling. Самое интересное заключается в том, дружище, что этот баг очень сильно распространен на зарубежном ютубе. То есть я смотрел зарубежные видеоролики, и действительно на зарубежном ютубе очень много распространено этих видеороликов, но фрагменты оставлять я не буду, потому что я боюсь, что мне прилетит уже авторское право. Я уже так делал. То есть да, я просто включил какой-то фрагмент видеоролика, и мне кинули жалобы и отключили монетизацию на ролике. Я больше так как-то не хочу. Опа-на, дружище, подписчик мой, посмотрите, у него мой мерч. Если что, покупайте мой мерч по ссылочке в описании. Вот такой вот крутой. Вообще, дружище, ты очень классный. Вот таким вам способом очень-очень-очень много теперь вот этих вот новых рук. И если вы будете видеть какие-то вот такие вот крутые руки там на 900 силы... А ну-ка, да, кстати, нам новые руки не добавили? Нет, самая крутая — это баф кристалл на 900 силы. Или же есть какая-то круче рука? Это интересно. Возможно, можно каким-то другим способом ее получить. А ну-ка, здесь у нас что? 850 силы. Ну, понятно. Кстати, здесь у нас 3 нолика и 1 единичка. А здесь у нас... А, здесь у нас шанс больше, интересно. Ну, понятное дело, сам ящик, в принципе, тоже намного дороже. Очень интересный факт, который я никогда не замечал. И, кстати, шанс здесь выбить какого-то крутого пэта намного больше, чем в том же сам Pet Simulator X. Я это давно заметил уже. Это что такое? Обычные гем-трицерапторы. Давайте прокачаем, дайте мне, пожалуйста, ГОСТ. Если будет ГОСТ, то я буду самым счастливым человеком на земле. Рейнбоу. Рейнбоу, кстати, тоже неплохо. Для раздачи, в принципе, пойдет. Давайте еще одну так вот ГОСТика запустим. Давай, ГОСТ, пожалуйста. Пожалуйста, Гловинг. Ну, Гловинг — это хуже всего на самом деле. Ну ладно, плюс 100 тысяч дополнительной силы, в принципе, не помешают. И вот таким вот способом можно фармить себе руки. Дружище, напиши в комментариях, что ты считаешь по этому всему поводу. Я считаю, что... На самом деле, это плохо, что добавляют дюп. Да, с одной стороны, там, для продавцов каких-то это хорошо, потому что не просто надюпают миллион рук и будут продавать за сумасшедшие деньги, там, за миллион рублей за одну руку, и это действительно не очень круто, что таким вот легким способом можно фармить руки. Вот у меня есть друг, он прямо сейчас, может так сказать, мне фармит пэтов. Ну как мне, он сам по себе фармит пэтов на продажу, мне дает пэтов, и он фармит не с помощью дюпа, а с помощью своих пэтов. У него просто сколько здесь? 30 пэтов, и все на удачу перезачарованы, и просто ему вот только вот эти поты и выпадают, вот. Короче, да. Либо нужно фармить обычным способом, но дюп я осуждаю, дружище. Напиши в комментариях, хотел бы ты как-то научиться дюпать не с помощью не вот этого способа, а каких-то там... Ладно, не буду говорить, потому что мне страшно, друзья, я осуждаю читы на самом деле. Кстати, что у нас еще? Update Logs, Arm Evolving, Gold Machine. Что? Погоди, я не понял. Не понял, то есть руки можно прокачать в Golden Machine? Что-то я это вообще не заметил, друзья. Я просто знаю про дюб, заметил дюб и сразу пошел записывать для вас видеоролик. Но то, что можно прокачивать руки в Gold Machine, серьезно? А ну-ка, иди сюда. Реально, вот, друзья, руки. Я, к примеру, хочу вот эту и вот эту руку. У нас 40% шанс, и давай, let's go. Да, у нас все получилось. Интересно, сколько она силы. Смотрим, друзья, и... Опа, она 900 силы, что? Так вообще просто халява, друзья, я... Забираем, конечно, забираем. А ну-ка, сколько у меня теперь будет? 180. Я просто моментально, друзья. Это очень круто. У меня теперь рука на 900 силы аж. И это намного рука красивее, чем вот это вот зеленая баф-кактус какой-то несчастный. А ну-ка, что там у нас еще добавили? Мне вот это интересно. Так, лимитированные пэты и World 4 и 3 баланс. Нет, на четвертом мире и на третьем очень сложно прокачиваться. Точнее, на третьем мире очень сложно, а на четвертом мире очень легко. А ну-ка, сможем мы победить вот этого Шрека? А ну-ка, иди ко мне. Вот так вот сюда. И, ну ладно, мы проигрываем. В принципе, Шрек оказался сильнее нас. Ну, ничего страшного. Оказывается, руки тоже можно прокачивать, а я это действительно не знал, дружище. Кстати, вот вам маленькая пасхалочка, что завтра вас ждет видеоролик по Slab Battles. Дружище, если ты досмотрел до вот этого момента, то я буду знать, что ты самый лучший подписчик. Напиши прямо сейчас в комментариях «золотая рука», потому что можно прокачивать руки в Golden Machine. И прямо сейчас напиши в комментариях слово «золотая рука». Кто это слово напишет, тот получит себе... Ничего не получится, просто получить лайк под комментарий. Да, дружище, если ты хочешь, чтобы я заметил тебя, поставил тебе под комментарий лайкусик, то напиши в комментариях «золотая рука», и я буду обязательно знать, что ты тот самый крутой подписчик, который смотрит мои видеоролики до самого конца. Спасибо тебе огромнейшее, на этом мне потихонечку заканчивать. С тобой был я, Влад, я желаю тебе хорошего настроения, удачки и пока-пока. Всем удачки, всем пока.